Единственная надежда, вот, что вот, у нас российские миротворцы там помогают. Больше мир на это глаза закрыл, не хочет ничего слышать. И мы думаем, если вот не будет вот даже миротворцев, вот один час хоть, ну, у нас будет геноцид. Мы уже понимаем это. Потому что никакой информации не дают про этих людей. И не говорят, дальнейшая их судьба, что будет с ними. Кто не знает, кто где находится. Или в лесу, или в горах, или голодные, или холодные. Может, их и уже и живем нету, может, и не увидим. Их живем. Не знаю, вот. Как-то вот так тяжело, вот. Не могу дальше говорить, извините. Ну,